Вот какое ебанатство про помогать друг другу. То есть коммунисты, они старательно разрушают все институты взаимопомощи добровольной, да, вот всю там благотворительность, все это уничтожается умышленно, специально, чтобы построить социализм. А потом, когда социалистическое государство отмирает и настает коммунизм, каким-то хуем люди, блядь, вот полностью проебанной вот этой, с полностью проебанным вот этим аспектом своей жизнедеятельности, начинают друг другу помогать. Каким хуем, если до этого их исключительно государство заставляло друг другу помогать? Только социалистическое государство просто заставляло на принудительной основе. У них другого выбора не будет? Нет. По определению, при коммунизме у них будет выбор. Потому что они будут полностью свободны, государства нет при коммунизме. Все. Некому человека заставить что-то делать. Если это буквально коммунизм, то у них будет выбор. Но они будут выбирать помогать окружающим людям. Каким хуем? Зачем? Зачем? Если нету церкви, если нету, по сути дела, института семьи, то есть при коммунизме института семьи в каком-то традиционном понимании, в общем, не будет. Нахуй она нужна, если семья – это там способ собственность делить. Как Энгельс писал, ну, все, семьи не будет. Нахуй кто-то кому-то помогать-то? Каким хуем кто-то кому-то помогать-то будет, блядь? Не совки кричали, что роботы при капитализме заменят простых работяг. При коммунизме тоже заменят, но работяги будут получать с роботов прибавочную стоимость, вот, и делить ее поровну. Вот. А при капитализме они хуй сосут без соли, блядь. Жрут говно. Кстати, вот куда оно будет деваться. Да?